Дорогие друзья, уважаемые ставропольцы, уходят в прошлое 2020 год. Он был непростым, но многому нас научил. Напомнил о том, что является самым важным в человеческой жизни. Как много в ней значит доброта и отзывчивость, умение сопереживать и разделять, ответственность друг за друга. И провожая год, мы говорим спасибо медикам, вставшим на долгую вахту для защиты здоровья людей, волонтерам, которые пришли на помощь нуждающимся. Мы говорим спасибо всем, кто в непростое время сохранил в душе теплоту и готовность делиться ею, поддерживать окружающих. Когда мы вместе и помогаем друг другу, мы можем преодолеть любые испытания. И это истина, которую тоже подтверждает остающийся позади год. Дорогие друзья, до новогоднего боя курантов осталось совсем немного. Пусть он подарит нам главное – надежду. Надежду на то, что наступающий 2021 год принесет больше радостных и светлых событий. Давайте улыбнемся нашим родным и близким. Пожелаем друг другу тепла, любви, мира. И поднимем бокалы за счастье и благополучие в каждом доме. За здоровье наших родителей и детей. За родной Ставропольский край. За нашу страну, великую Россию. С праздником вас! С Новым годом!